Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем нашу сборочку. Сегодня у нас выпуск будет номер 52. Стасяк, агент ФБР. Звучит как Стасик. Короче, это будет Стас. Стасик. Небольшая про Стасика информация тут. Агент ФБР. Сегодня мы будем заниматься сборкой полосалона. И небольшая история марки Dodge. Что ж, давайте приступать. Так, ну и первое, нам нужно взять переднюю левую панель салона. Вот она, обозначение L. А это правая сторона, буковка R. Вставляем ее вот сюда. Вот. И закручиваем снизу на два винта CP. Все готово. Теперь точно так же вставляем в правую сторону и также закручиваем на два винта CP. Готово. Теперь берем нашу заднюю панель. Вот она, кстати, это все пластик. Берем наш пол, сюда вот так вставляем и закручиваем на 6 винтов HP. Ну вот, собственно, и все. На данном изображении представлены, установлены на свои места две боковые передние панели и одна задняя панель. Это у нас все пластик. Вот. Ну что ж, таким получился выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем здоровья, всем пока!